Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Забираем свои ежедневные награды. Так, Лига Мастеров, одна звезда. И тут я смотрю еще и две звезды, то есть меня сбросили. Ну, ребята, это не секрет, потому что вчера я не играл. Работал, в принципе, и сегодня мне на работу надо будет идти в ночь. Но я решил с утречка, как говорится, после работы прийти и записать серийку. Потому что сегодня у нас суббота, остается воскресенье и понедельник, ребята. Понедельник даже мы не берем в расчет, остается всего лишь один день, воскресенье. Так, и мне нужно сегодня пройти испытание у Саги, потому что здесь, друзья мои, фармится слэш. Ну и все прекрасно знают, что слэш мне очень нужен. Начнем, пожалуй, с ежедневок, пройти серию испытаний. Побежали, быренько сейчас проскочим ее. Возьмем наших топовых бойцов, чтобы тут слишком долго не раскисать. Навалять, как говорится, сладких звездюлей и пойти уже спокойненько завершить арену. И при всем при этом надо будет испытание на Усаги. Но я не уверен, что мы сможем его пройти, потому что если это у нас идет там мощь, да, по-моему, или техно, я уже не помню, мощь или техно, то в техно я, по-моему, слаб. Очень слаб, и вряд ли смогу дойти до слэша, чтобы его к тому же фармить. Но попыток оставлять, как говорится, я не буду в том, чтобы его пройти. Так, давай-ка мы, наверное, сделаем волну здесь. Так, ну что я тебе скажу, четненько. Тут надо крысиного короля только немножко наказать и добить его. Все, серию испытаний мы прошли. Так, двигаемся далее и с этим мы завершаем. Забираем с тобой награду тут и идем на поединки. Так, 92 уровень у нас имеет зэк. 4000 мутаген, это очень мало. Так, где же у нас Микеланджело видение? А Микеланджело вот он ждет. Ждет, ребят, пока я найду на него вот эти вот 18 наушников. Да, 18 наушников — это тебе не хухры-мухры. Это не 5 и не 10, 18. Так, мы только нашли одни. Вторые. Да. Зеленая колба выпадает, и все. А, три. Три наушников уже. Четыре. По-моему, все, ребята. Мы ежедневки уже выполнили. Раз, два. Четыре наушника всего лишь нашел. И плюс поднять уровень персонажа. Сейчас глянем, схватит ли у нас мутагена. Да ладно, 5900 нужно, а у меня 5200. Хорошо. Так, тут еще и откаты. Твою же налево. А еще тут и откаты у меня. Так, энергия. Подожди, какая энергия? Какие баксы, какие предметы? Рэй, ты что, совсем что ли уже попутал все? Вот. Покупаем. Отлично. Итого у нас 600, ребята, телепортов. 600 телепортов, да плюс еще здесь выбьем с десяточек другой, да? И будет все топчик. И телепортами мы, так сказать, будем уже снабжены. Так, я что-то не помню. А, вот я уже думал, третьего бойца не взяла. Крэнк у нас, как всегда, подземелье ведьм лазит там где-то непонятно где. В других измерениях. Я просто подумал, что у меня жили этот Ванька с Бакстером Стокманом бегут вдвоем. А этого-то чудила не видно. Вот видишь, они вдвоем бегут. Я думаю, забыл, наверное, третьего персонажа. Но нет, все окей. Вон он вылазит под конец. Сейчас быстренько тут закумарим. Так, что он тут решил сделать? Ага, луч, молодец, красавчик. Вырубаем сразу же железноголового и идем на третий. Всего их тут, по-моему, у нас 5. А, нет, 4. 4 эпизода, друзья мои. Так, сейчас у нас разыгрывается уже 5 телепортов, да? И потом, если я не ошибаюсь, будет разыгрываться 10. Получается 1, 3, 5, 10. Молодец, Крэнк. Любишь лучом бомбить. И на этот раз опять же железноголовый у нас упал.
Так, забираем пятерочку и в конце... А, нет, ребята, 6. Какой там 10? Да. Закатай губы, как говорится, 10 захотел. 6 и все, не больше. Ладно. 6 телепортов, ребят, тоже, как говорится, на другие не валяются. Тем более, это халява чистой воды. Ее нужно брать. И вам, кстати, рекомендую вот эти вот проходить все события. Особенно у кого проблемы с телепортами. Так, тихо, железноголовый. Ты смотри, что творит, а? На. Крэнк отвесил ему звездюлей. Ну что, здесь мы завершили. Тут у нас уже вариант. Либо, ребята, идти проходить турнирку, либо испытание. Давай я, наверное, начну с испытания. Ага, вот он, ребята, и слэш. А раз... Блин, да. Именно вот это событие, ребята, я ненавижу. Почему? Ну, потому что, смотри, во-первых, у нас очень слабые здесь персонажи. Это раз. Во-вторых, последнего Усаги мы здесь победить никак не сможем. Потому что я пытался уже в позапрошлых, по-моему, там сериях, когда тоже было у нас испытание Усаги, я там склеил ласты. Хоть у меня и Усаги сотого... Ой, у меня Усаги нету, Армагон сотого уровня, но он не тянет. Здесь он на 40 уровне. Ты видел, как мы долго с ним разбираемся? А уже там про дальнейшее я вообще молчу. Так, ну что ж, давай. Тут уже 50 уровень. Я, наверное, начну с массовых атак сразу же Армагоном. Ну, в саге первее ходит. Вот они, грибы, ненавижу их. Они на 50 уровне, ребята, переплевывают моих бойцов на 100. Ну как такое может быть, а? Ну, я не знаю. Бред какой-то. Офигеть, он еще и выдержал удар. Удар от Армагона на 100 уровень выдерживает Усаги. Это что-то с чем-то. Так, эпизод 3. Ну, я думаю, что... А что, на эпизоде 3? У нас что, получается только здесь? Так мне тогда, ребята, не надо туда идти. Давай попробуем вот здесь вот фармить этот эпизод и пытаться поймать слэша. Потому что там, как ты видишь, нифига у нас нету. Мечтай, как говорится, да? Чтоб тебе слэш выпал. Оу! Норм, норм, ребята. Выпал сразу слэш. Ну как сразу? Один из первых бойцов. Так, ладно, тогда давай, раз уж есть энергия, попробуем здесь... заварганить кашу с манной крупой. Че несет Рэй, непонятно вообще. Видимо, спать надо ложиться, блин. После ночной смены тут игрульки бринкает. Так, ладно, сейчас будем пробовать опять же Армагоном. Если на нас какую-нибудь пока сейчас не поставят. Валуном, конечно же. Замечательно. Так, Усаги, двойная атака. Но он, наверное, не успеет воспользоваться. Да, тут шикарненько мы проскочили. Поехали дальше. Так, эпизод 4. Это предпоследний, ребята, эпизод. Здесь нам придется убрать Сплинтера. Возможно, даже и Криса Брэдфорда надо было бы убрать. Логически, да? Ну вот, начинается, короче. Тут забанили... Так, подожди. Ну да, давай грибы начали уничтожим. Так, это баф он вешает, да? И баф-то какой, блин? На защиту? Ну, пробьешь? Е-е-е, Крис, красавчик. Все-таки мы его ушатали. Так, здесь нету. Получается, и на 5 эпизоде, наверное, его тоже не будет. Да? Я так понимаю. Только на последнем, на 6. Но опять же, чтобы фармить на 6 этапе, нужно, чтобы у нас никто не погиб. А это, ребята, проблематично сделать. Даже если я, предположим, оставлю себе Ваньку с Армагоном вместе вдвоем, они же не справятся.
Мне кажется, они не смогут справиться. Пич. Да, Крис. Вертушка пошла. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо, парень. Крис Брэдфорд чуть было не сдулся. У него там осталось, ребята, очень мало хп. Плюс на него повесили постепенный урон. Что плохо бы сказалось. Если бы, например, сейчас бы сходил. Ну что опять? Блин, достали эти вылеты. Что нам, опять заново что ли проходить? Ё-просоте, зашибись. Прошел событие и на тебе, блин. Вот сейчас вот попробуй. Вот, началось, ребята. Минус валун, короче. В первый раз играли. Ничего, все прокатило. А тут на тебе. Заблокировали. Плюс двойную атаку он всем повесил. Так, а давай-ка мы сделаем, наверное, лучше все-таки вот эту вот доп. Защиту. Угу. Мне кажется, так будет намного эффективнее и лучше. Сделаем тройной укус. Угу. Так, он бафается. А, бафнул себя на защиту, я так понимаю, да? Пулеметная дробь. И добьешь, Крис? Молодец. Здесь мы победили. Ну что, на последний эпизод нам придется вообще вдвоем идти. Просто вдвоем. А, у нас еще, ребята, и сыр кончился. Не судьба нам пойти вдвоем. Ладно, фиг с ним. Две ДНК на слэш получили, это уже хорошо. Так, ребята, Лига Мастеров одна звезда, как вы успели заметить, да? Меня сбросили. Но ничего страшного, сейчас попробуем. Сейчас мы попробуем с тобой опять же сделать подрыв резкий. Так, я возьму Армагона. Так, 68 уровень. Армагон будет у нас, например, и Зек. Раз, два, три. Армагон и Зек. Ну, я думаю, что они вдвоем-то здесь справятся. Тем более они и по скорости, по инициативе будут первыми ходить. Так что сейчас глянем. Ну, понятное дело, бомбочку под ноги. И валуном. Кстати, Зек намного стал, ребята, больше наносить урона после того, как мы его прокачали до 92 уровня. На сутки, я думаю, он будет вообще сжечь. Половину хп точно будет отнимать с одной бомбочки со своей. 64 место, окей. Это меня устраивает. 17-23, возьмем, наверное, Макмана плюс Бакстера Стокмана. А уровень уже 71-70, поэтому... Не будем далеко уходить, вот так вот сделаем. А там уже через Супер Шреддера и Крэнга для Армагона будем отыгрывать остальных наших слабых бойцов. Настолько, насколько нам хватит откатов. Я думаю, все уже прекрасно это понимают. Опа! Опа! Вот тебе, ребята, и косяк. Вот тебе, я и говорил, что инициатива вшивая у них, понимаешь? Просто лопухи они. Этот Бакстер, блин. Да, если Макман еще, ладно, бог с ним, как бы сделал, успел сделать. Но Бакстер, фуфляндия полная. Так, у нас еще и откатов-то, кстати, не так много, всего лишь 13 штук. Тут даже если ты захотел супер-пупер бустануться, оно не получится у тебя. Так, смотри, 17-23, я возьму Усаги, я возьму Армагона. Раз, два, три. Вот теперь... Блин, а подожди, а зачем мне Усаги и Армагон, если мне нужен был Армагон и Супер Шреддер? Чё-то я тут не то сделал, по-моему. Ладно, сейчас сделаем крученый для начала. Посмотрим, постепенно урон повесили. Угу. А слушай, а Майки нифига, ребята. Майки уступает Армагону. Майки 73 уровня. Вот если бы он был 78, тогда да. Тогда, скорее всего, Армагон бы был на вторых позициях. Так, 45 место. Донни плюс кожеголовый. Фигня, да, полная. Возьмем Крэнга и... Не надо.
Так, стоп, Ванька, я помню тебя. Ты тоже такой же тормоз. Вот, возьмем что. Он тормоз, ребята, в плане того, что инициатива у него очень-очень хромает. У кожи голову, по-моему, с этим все норм. Но Крэнк все равно должен быть первым, да? Так, бомбим. Вот ты посмотри внимательно. У Бибопа было... Ребята, то есть у Крэнка было против Бибопа повышенная, как говорится, атака. Он лучом его не пробил. Почему? Непонятно. То есть у нас было классовое преимущество, и мы не смогли бомбануть Бибопа. Все упали, кроме него. Парадокс. Так, ну что, возьму Донни. Вот так вот я, наверное, сделаю. Откатов мало, вот что обидно-то. Ну, давай сделаем танец на уклоняшку. Теперь вертушку от Леонардо. Бакстер упал. Донни, давай сюрики. Все. Недолго, да, как говорится, песня играла. Надели мы на них деревянный макинтош. И получаем 21-ю позицию. Так, 17-23. Ну что, тут уже все, ребята, пошли сливки у нас. Ну я опять же, я не уверен в Ваньке. Если Супер Шреддер еще что-то может сделать, да, то Ваня ходит один из последних. Так. Ну-ка давай Рафаэль устроим тут. Вот, Ванька ходит после Рафаэля. То есть Рафаэль вот этот вот по инициативе лучше, чем Иван сотого уровня. Че, мы так и не добрались еще до Лиги Мастеров. Почему вообще мало, ребята, проскочили мы? По кубкам. Так, 17-23. Я видел, что здесь было, но я не среагировал вовремя. Так, вот. Возьмем эту команду. Ну что, придется теперь вот брать, ребят, наших элитников, так скажем. Но опять же, откатов 10 штук. Еще, правда, реклама есть. Там тоже еще 10 штук можно выиграть. И можно... Так, у нас баксов там сколько у нас осталось? По-моему, за баксы мы не купим. $250 стоит 10 откатов. По-моему, у нас ничего не выйдет. Ладно, ничего страшного. Сегодня, как говорится, еще не последний день игры. Потому что сегодня всего лишь суббота. Ну, да ё-моё, ну. Трэш. Мы так будем до посинения тут дрынкать, пробираться. Так, 17-23. Получили. Ну что, берем опять же Армагона. Берем опять же Шреддера. Да, боевичков-то у нас много, ребята. Как раз вообще офигеть. Если бы их всех отыграть, Лига Мастеров, одна звезда, было бы просто нам обеспечено. Не одна звезда, а три звезды. Хлоп. Давай, Армагон. Фига. Ну, понятное дело, Хан. Хан, Карай и Микеланджело на своих уровнях 78-х, 79-х и 76-х начинает буститься уже не по-детски. Ну что же, в Лигу Мастеров две звезды мы вернулись. В прошлый раз мы с тобой дошли почти до полтинника. Помнишь, да, там была 64-я, по-моему, позиция. Вот, и всего лишь за один день меня скинули. Поэтому надо... Надо как-то усиливаться, укрепляться. Но, судя по откатам, у меня это не получится. Но зато приятно удивляет... Не приятно удивляет, а приятно радует, что, ребят, мы все-таки две ДНК слэша сегодня урвали. Вот еще завтра попробуем, вдруг нам выпадет еще две ДНК. И в принципе... А сколько вообще нам... Ой-ой-ой-ой, что я делаю? Ёпарасоте, ребята, нифига себе, вот это я заговорился. Это я заговорился и чуть было не сфейлился. А еще ведь могу сфейлиться. Если не подобьем, есть. Я хотел сказать, сколько нам осталось вообще ДНК на слэше. Последний раз, когда мы покупали,
3 ДНК и еще что там делали. Нам оставалось где-то с десяток, не больше. Верно? Давай-ка мы сейчас посмотрим. Слэша найдем и глянем, сколько у него. Ребята, 91 ДНК. То есть 9 всего не хватает. Если мы найдем, например, 2, еще 2. Ну, грубо говоря, 4, да? То нам останется 5 ДНК. Хм. Это очень, ребята, приятно, когда остается очень мало ДНК. Со Слэшем закончим, потом будем кого-нибудь другого искать. Возможно, кроликов, возможно, но точно я тебе гарантировать не буду. Кролики, ребята, просто очень дорого стоят, именно по жетонам. И всего лишь в одном событии где-то эти кролики у нас ищутся. По-моему, в событии Техно, да? Там, где у нас тоже Усаги, и именно там вместо Слэша фармятся как раз кролики. 77 место. Так. 77. Меня уже, ребята, честно говоря, начинает вырубать уже. Все, уже как пьяный уже плыву. Ну, что-то хотел целую ночь отработать. Ну, как сказать, целую ночь. Ну, представь, с 8 вечера до 10 дня. Нормально будешь себя чувствовать? Я думаю, что вряд ли. Меня поймут только те, кто работают в ночные смены. А, как я убедился, у меня есть из подписчиков такие люди. Вот они, да, они поймут. Так, ну что ж, давай тогда быстренько сейчас доиграем. Отыграем, наверное, все наши вот эти откаты, последние две штуки. Опять же, ребята, реклама не факт, что даст мне именно 10 откатов, потому что в последнее время я рекламу смотрю, а потом ваш лимит исчерпан, типа, по рекламе, и больше ты ничего сделать не можешь. Дадут тебе 2 откатика, и иди гуляй, как говорится, с ними. Так, ну тут, понятно, идеальная победа. И долларов у меня всего лишь 102 штуки. Так, ладно, я пошел, ребята, смотреть рекламу. В плане, а почему всего 2? Интересно. Ну что, ребята, я получил только 4 отката. Это 2 поединка. Это всего лишь 2 несчастных поединка. Но, тем не менее, я все равно, ребята, их отыграю. Так, так, и вот так. И дай бог мы хотя бы с тобой дойдем до 50-го места. Будет тоже неплохо, ребят. Завтра 100% уже должны мы взять Лигу Мастеров 3 звезды. Все как полагается. Все как мы любим. И там уже понедельничка ждать. А в понедельник у нас что получается? Так, сегодня суббота, это у меня крайняя смена, да? Получается воскресенье отцепной. Понедельник выходной. Вторник выходной. И в среду только на работу. Ну, нормально. Так, 48-я позиция. Все, последний поединок мы делаем. И пойду я, наверное, ребята, отдыхать. Что-то уже вообще прям действительно плыву. Как плывун. Вот, начну сейчас язык заплетаться, говорить всякую ересь. Поэтому давай-ка быстренько добьем. И, как говорится, по матрешкам. Так, последний удар. Давай, Армагон, завязывай здесь со всеми с ними. Все. Выполнено это красиво. Хорошо. Идеальная победа. Смотрим, какое место. 37-й. Замечательно. Все, ребят. Так, погоди-ка. А мутагена мы сколько накопили? 21 тысяча. Маловато, конечно. Ладно, давай, прокачаем так вот. Тут у нас, ага, излишки по ДНК. Я думаю, что-то как-то они не в попад стоят. Все. Здесь дозабираем награды. И у нас, кстати, есть еще пицца. Значит, мы сделаем так. А майки. Давай-ка мы попробуем. Всю, ребята, всю пиццу тратим. Сколько выпадет нам наушников, столько выпадет. Одни. Так, вторые.
Третий. Четвертый. Пятый. Шестый, смотри-ка, поперли. Блин, ляпнул свою голову. Так, это, по-моему, седьмые. Это восьмые. Все, пошла колба. Да. Все. Ребят, еще 5 наушников и прокачаем до 5 ступени. У вас белочка. Как-то так. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.